Здесь, на улице Комсомольская, в коворкинг-центре «Старт», шагнула вперед в сфере IT-технологий первая группа ветеранов. Они проходят базовый курс обучения компьютерной грамотности под названием «Просто и понятно». 12 человек из первого потока окончили обучение по специальной программе, которая подробно описывает, как работать с операционной системой от создания папки на рабочем столе до достаточно уверенного пользования сети интернет. Вещи, которые кажутся нам привычными, в новинку для старшего поколения. Все как в настоящей школе. Тетрадки для записей, которые ведут ученики, говорят о высоком стремлении познать информационный мир. Первая группа ветеранов закончила у нас обучение, обучались у нас председатели ветеранских организаций. Обучение прошло успешно, это очень порадовало стремление именно узнать вот эту вот область. Спасибо большое администрации Щелковского муниципального района, Алексею Васильевичу Валову, Наталье Владимировне Тамбовой за организацию этого мероприятия. Спасибо большое коворкинг-центру за то, что предоставили помещение. Щелковский район находится в первой пятерке муниципалитетов, где были открыты школы компьютерной грамотности. Наша работает с 27 июня, и на данный момент ее посещают уже 52 человека. Количество желающих присоединиться только растет. Очередь у нас уже четвертая группа. Вот, и постоянно, вот видите, сейчас пришли еще двое человек, которые, значит, тоже решили научиться пользоваться современными средствами связи. Почему? Потому что сегодня не уметь пользоваться компьютером – это как не уметь писать и читать. Я бы хотела разнообразить свою жизнь. Сейчас вот я не работаю, внуков вырастила. Предоставляется свободно много времени. Я бы хотела, во-первых, общаться. Во-вторых, овладеть компьютером. Немаловажно, что по окончании курсов люди старшего поколения получают возможность самостоятельно работать с порталом госуслуг и выполнять операции в электронном виде, например, оплачивать счета за ЖКХ. В современном мире, где все меняется с огромной скоростью, людям старшего поколения также необходимо идти на равных с молодежью. Вы считаете, что эти курсы вам очень-очень помогают? Я думаю, что они нам помогут обязательно. Учиться никогда не поздно. Это вот самое главное. Если есть желание, нужно идти к своим целям. Чтобы записаться на занятия в школу компьютерной грамотности, достаточно обратиться в Совет ветеранов Щелковского района. Лилия Дворецкая, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».